Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Номер 10, урок 31. Сравни дроби. Итак, первая дробь. 32,65 и 49,65. 32,65 будет меньше, чем 49,65. Вспомним правило. У дробей с одинаковым знаменателем больше та дробь, у которой числитель больше. 49 больше 32. Следовательно, и дробь 49,65 будет больше, чем дробь 32,65. Посмотрим на дробь 7,96 и 7,12. 7,96 будет меньше, чем 7,12. Вспоминаем правило. У дробей с одинаковыми числителями больше та дробь, у которой знаменатель меньше. 12 меньше 96? Да. Следовательно, и дробь 7,12 будет больше, чем 7,96. 14,23 и 14,37 одинаковые числители. Смотрим по знаменателям. Больше та дробь, у которой знаменатель меньше. 23 меньше, чем 37. Следовательно, 14,23 будет больше, чем 14,37. А теперь сравним дроби с одинаковыми знаменателями. Здесь наоборот. Если одинаковые знаменатели, то дробь больше та, у которой числитель больше. 18 больше 16, следовательно, и 18,19 будет больше, чем 16,19. У вас возникли вопросы? Оставьте свои комментарии под видео.